Эта малявка все знает. Я не малявка. Что это за праздник 1 июня? 1 июня это значит 8 марта. Это праздник День малышей. Это праздник защиты детей. А от кого детей нужно защищать? Защищать от зомби, если они под кроватью. От родителей, когда узнали оценки. Много чего опасного сейчас на данный момент существует. Что ты не понимаешь во взрослых людях? Когда я играю в догонялки с папой, он меня не ловит, непонятно мне почему-то. Да, они часто смуглые, такие скучные. Я не буду пить пиво. Я Кремень. У меня имя Аля Чапалах. Да. Кто такой хороший человек? Хороший человек, который может помочь всегда в трудной беде. Тот, кто отдает больше себя. Ельбасы хороший человек. Наш первый президент открыл много школ, чтобы дети развивались. А что такое любовь? Любовь – это наши мама и папа, что вместе влюбились. Любовь – это когда заботится кто-то о ком-то. Я знаю, как я люблю, но я не знаю, что это. Это когда обнимаются. Но у меня есть только одна девушка. У меня уже были отношения. Не могу сказать, это же детское шоу, да?